Пони? Серьезно? О, это будет весело! Больше похоже на то, что все закончится через 5 секунд. Ты такой зануда, Деван! Ты должен быть счастлив, что мы вообще как-то действуем! О, я счастлив. Будет здорово быть теми парнями, которые убили одну пони. Может, вы двое перестанете тявкать? У нас есть работа, которую нужно сделать. Ха! Прекрасно! Она увернулась от удара! Теперь наша очередь! Давайте посмотрим, как она попытается увернуться от этого! Поджарим ее! Самообладание – незнакомое для тебя слово, не так ли, Рес? Керо! Ну вот и все. Кстати, что вообще значит Керо? По-испански это означает гигантский чертов лазерный луч. А? Ого, телепортация? Неплохо. Эй! Все кончено. Ну и ну, не дождетесь. Чувак, она мертва? Что ж, вот и наш элемент неожиданности. Это не входило в план, мисс Рарити. Разве так можно обращаться с леди? А, так ты должно быть Твайлайт Спаркл, верно? Да, а кто ты? Кто я? О, ха-ха-ха, не беспокойся обо мне, я всего лишь доктор. Тебе следует побеспокоиться о себе, это тебя убивает и все такое. О, это напомнило мне вот о чем. Что это? Это называется зелье здоровья. Милая девушка с мечом в форме ключа дала его мне. Оно позаботится об этих ужасных травмах. Так что пей, пей до дна. Не можем же мы пойти спасать мир все в царапинах и лохмотьях, правда? Что это значит? Еще вторжение? Сколько еще таких вредителей? Ну, не то чтобы это что-то меняло. Уничтожить их тоже! Ты слышал это? Уничтожите! Я дам тебя по мозгам, Чурбан! Жестко дам! Ладно, мне не нравится идея идти до конца против этих пони. Да еще и снова. Учитывая, как мало у меня было возможности выложиться до конца, может быть, это хороший шанс немного расслабиться. Ползи. Арана Бланка. Ну как, чувствуешь себя лучше? Удивительно, но да, на самом деле намного лучше. Фантастика! А теперь слушай, вот план. Пока этот парень в плаще там наверху, избивать этих головорезов бессмысленно. Он контролирует то, что называется сущностью воина. И вы не сможете убить сущность. Как только они упадут, он просто будет призывать их снова и снова и снова. Вот и все! Сокрушите их! Дави! 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 Другими словами, мы не сможем победить их, пока не победим его. И вот тут-то мы и вступаем в игру. Конечно, простая атака не сработает, поэтому нам нужен отвлекающий маневр. И тогда мы застанем его врасплох. Прежде чем действовать, мы должны подготовиться. Мы должны все сделать правильно за один раз. Есть один вид магии, которому я хочу тебя научить. Это будет очень полезно. Подожди, ты собираешься учить меня магии? О, я не собираюсь учить тебя. Это означало бы, что я сам овладел ей. Я просто собираюсь рассказать тебе, как это делается. Остальное зависит от тебя. Это то, что ты могла бы назвать мультиверсальной магией. По словам девушки ключа, любой пользователь магии во вселенной может научиться этому, как только узнает, как это работает. Вернись! Ах ты негодяй! Держись! Подожди! Эй! Да перестань ты двигаться, летающий мешок с кеглями! Что случилось, приятель? Не успеваешь? Почему ты такая маленькая? Рэмбл Дэш, осторожно! Возможно, сейчас самое подходящее время испытать твою новую магию. Как ты думаешь? Что? Сейчас? Уже? Но я еще не уверена, что поняла это. Я не научилась. Я не знаю. Я... Это одна из тех ситуаций, быть или не быть, мисс Спаркл. И я предлагаю пойти на первое. Хорошо. Ладно. Гром! Черт возьми! Эти пони действуют мне на нервы! Mm-hmm.
еще много чего есть! Боже, этот парень не знает, когда нужно остановиться. Давай, Рарити! Это была Кайри, верно? Ну что вы, мисс Листи, это такое? О, замечательно! Потому что знаешь, почему бы и нет? Что ж, мы не можем просто стоять здесь! Ей нужна наша помощь! Погнали! Подожди, что? Твайлайт! Твайлайт, вернись! Ты не знаешь, что делаешь! Что ты делаешь? Придерживайся плана! Доктор, смотри! А? Эй, что здесь происходит? Я окружена? Что случилось, моя маленькая Твайлайт Спаркл? У тебя испуганный голос. После всего этого времени мы наконец-то снова встретились. И ты не рада меня видеть? О, сладкая, сладкая месть! И на этот раз у тебя нет старшего брата, за которого можно спрятаться.